Всем привет, ребят, с вами Леха. У нас на распаковке два чехла для 14 Pro Max от компании Комо. Это со-бренд, собственно, Яндекса. Собственно, цвет грей. Цвета, конечно, клевые. Есть черный, но он вообще грязнится, говорят. Прозрачный, я хотел взять прозрачного наличия на 14 нету, на Pro Max. Есть вот такой грей и желтый. Чехлы по качеству очень плохого. Не знаю, кому они понравились. Мне нет. Вот, например, тут прогинается. Тут кольцо. Смотрите, как торчит. Видите? Примерно как в первых версиях на 12, но оно было более глубже. То есть махра вот эта торчала над ней, а не наоборот. Чехол такой грязноватый. Из коробки достал-то я еще протер чуть. Грязь в нем была. Не знаю. 1400 рублей, конечно, может быть и стоит. Но качество, как говорят, аналогично Apple-овскому. Ну, сравнивают с оригинальными чехлами Apple силиконовыми. Я бы это не стал их сравнивать. Это взяли дешевую копию, грубо нанесли на нее бренд. И продают по 1400 рублей. Я сейчас буду сдавать. Цвета, конечно, клевые. Над качеством надо поработать. Тут вообще, вот смотрите, какой фу, просто вот это вот. Он покорябает вам заднюю стенку. И он гнется. Вот, смотрите, вот, видите? Оригинальный чехол так не гнется. Ну, гнется, конечно, но не так сильно. Короче, не знаю, мне вообще не понравился. Я даже не одевал на iPhone и одевать не собираюсь. Не знаю, кто его советует. Я бы вам не посоветовал такой чехол. А лучше не оригинальный, конечно. Оригинальный дорого, я согласен. А какой-нибудь ESR прозрачный посмотреть. Он стоит там около 1000 рублей, но там качество. На месячишко хотя бы не убьете телефон свой. А этот... возможно. Кольцо вообще опасное. И логотип вот какая-то оси. Цена 1390 рублей. Всем пока.